Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим тыквенный торт с шоколадом. Для его приготовления нам понадобится: для бисквита 125 грамм муки, 125 грамм сахара, 2 яйца, 50 грамм сливок, 40 грамм тыквенного пюре, 1 чайная ложка разрыхлителя, пол чайной ложки соды. Для крема 300 грамм тыквенного пюре, 150 грамм шоколада, кокосовая стружка для украшения. Тыкву запекаем в духовке, накрыв фольгой при температуре 200 градусов в течение 1 часа. Пробиваем блендером. По необходимости протираем через сито. Яйца взбиваем миксером до побеления и увеличения объема. Муку смешиваем с разрыхлителем и содой. Осторожно вводим в яичную смесь. Мешаем вручную, стараясь не осадить тесто. Вливаем тыквенное пюре, сливки и аккуратно перемешиваем. Наша задача – смешать ингредиенты быстро, но очень деликатно. Выливаем тесто в смазанную маслом форму. Для этого объема продуктов я использую форму диаметром 18 см. Отправляем бисквит выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Готовый бисквит остужаем на решетке. Теперь приготовим крем. Тыквенное пюре и шоколад ставим на водяную баню и греем до полного растворения шоколада. Затем крем остужаем в холодильнике, он должен загустеть. Полностью остывший бисквит разрезаем на две части. Выкладываем половину крема на корж и разравниваем лопаткой. Накрываем вторым коржом и смазываем оставшимся кремом. Посыпаем сверху кокосовой стружкой. Тыквенный торт получается очень нежный, мягкий, с ярким шоколадным вкусом. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».